Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я поиграю в симулятор Ранчо Питомцев. Да, довольно-таки старенькая игра, вы давно, я думаю, в нее поиграли, но сегодня вышло обновление, я решил записать видео, потому что мы сейчас в RedKit играем в эту игру. Она случайно подкинулась, нам понравилась, и есть, в принципе, одна особенность. Давайте введем кодик. Оу-воу, вот такой вот прикольный кодик, он очень поможет нубам. Смотрите, ребята, 999 сразу, легендарный шайни версии, правда, нету, но неважно, легендарный питомец, правда, со старту вы получаете, просто введя кодик. Кто только начинает в эту игру, оно просто дико помогает. Смотрите, ребята, уже на старте я прям листаю уже сразу, видите, прокачал до 8 питомцев, могу и, в принципе, до 10. И все очень-очень круто. Тут, конечно, есть еще заробоксы, вы можете купить, вы можете геймпассы, которые вам ускорят все получение, коинсы, монетки, мультиплеер. В общем, все как обычно. Здесь никакой новинки нет. О, смотрите, какой он огромный, этот легендарный питомец. Для того, чтобы достичь ребёфа, нужно 500 миллионов. Это, конечно, сложно. И давайте получим еще 2 питомца абсолютно бесплатно. Так, я получил, по-моему, даже 2 почему-то, хотя я только первый день играл. Да, смотрите, дали целых 2 питомца почему-то. Сейчас я их тоже подберу. Итак, смотрите, у меня 6 из 8, и уже со старта 1500 в секунду я получаю. Это очень много на старте. Давайте еще до 10 вот так даже сделаем. И теперь можем пойти потратить денежки. У меня уже 40 тысяч, это просто что-то невероятное. Я когда на своем основном аке начинал, то, конечно, не было такой шары. Я начинал с самого нуля. Я, если честно, не играл в эту игру, когда она только вышла. Абсолютно случайно сейчас попал на нее. Мы с RedKit думали, что поиграть. Как-то приглянулась эта игра, мы немножко поиграли, нам понравилось. И я решил записать видео. Раз уж мы уже поиграли в эту игру, и я немножко разобрался в ней, возможно, это поможет кому-то из вас, кто в первый раз начинает играть в эту игру. Но сейчас я открываю... Ай, камонка, камон, дайте нормальное что-то. Открываю яйца... Видите, уже довольно-таки топовые, не за 1500, сразу за 22 000, по-моему. Так, отлично, бат еще. Давайте его возьмем, эквип, хорошо, 22 500 стоит. Ну и давайте покажу еще, смотрите, здесь есть специальный такой ход, в котором вы можете найти какие-то сокровища. Давайте посмотрим, сколько мне дадут за вот этот вот сундучок. Сколько? 1 миллион? Да вы что, издеваетесь? На старте 1 миллион? А, я не знаю, как это возможно, но это просто мега топ круто. Я помню, что первый миллион я собирал довольно-таки долго, а тут на старте сразу миллион. Это значит, что я сейчас за 300 тысяч буду открывать питомцев, они очень крутые, и я очень быстро прокачаюсь. Так, давайте это сделаем. Камонка выпала, ну ладно. У меня есть еще 3 попытки. О, вампир. Редкая, уже хорошо. Stone Dog. Тоже неплохо. Каменный пес. Ну и последнее. Опять вампир. Вампиры крутые, смотрите. Давайте еще сделаем вот так вот. Апгрейд. Не хватает монеток. Надо 61 тысяча. Но это сейчас быстро будет. Я прям даже переключать не буду питомцев. Все. Готовенько. 12 питомцев, и вот сейчас абсолютно всех сейчас я возьму, посмотрим, сколько я буду получать. Этих можно даже не брать, они слабенькие за 10 монеток. Берем всех топов. Почти 3000 монеток в секунду на старте. Это прям круто. Ну давайте перейдем все-таки на мой основной акк, там поинтереснее, я уже там что-то прокачал. Вот такие вот у меня питомцы были, смотрите. И сейчас я... Хочу сделать, к примеру, какую-то шайни, то есть светящуюся. Давайте, может, вот бабочек. У меня, в принципе, их довольно-таки много. Вы видите, да, сколько их? 8 штучек, еще 2 мне остается для того, чтобы сделать шайни. Очень хочу попробовать сделать светящуюся питомца. Не получается. Ладно. Давайте что-то здесь, может, хорошее. О, Red Butterfly. Хорошо. Еще одна красная бабочка.
И вампир еще. Прикольно. Сейчас я очень много сделаю шайни. И они будут топовые. Шайни это где-то... О, еще одна бабочка как раз прилетела. 9 из 10. Чудесно. Мне надо еще одна бабочка. Посмотрим, сколько в итоге я смогу получить. Так, сейчас мы смотрим. Было 200, стало 400. В два раза, видите? Мы усовершенствовали. Прикольно, это 400. Ну а если вот с красных сделать, я думаю, будет еще круче. Так, ну что, у меня появился шайни питомец, это очень круто. Как раз предыдущее обновление было касательно этих светящихся питомцев. И теперь у меня уже есть один из них скрафтенный. Ну что ж, ребята, давайте еще Stone Dog сделаем его тоже. Эти 10 из 10 светящимся. Есть. Сколько он теперь стал приносить мне? Где? Нет, это не тот. Тоже не он. Нет. Не могу найти его. А, вот, смотрите, он стал 500 приносить. 250 приносил, стал 500 теперь приносить. Ну что ж, давайте вампира теперь еще сделаем. 700 за вампира, ребята, круто. Вампирчик за 700 у меня стал. Прям топовый сразу. Забираю его. Так, ну что, давайте еще вот этот Red Butterfly. 550 было, стало 1100. Видите, короче, все в два раза умножается, если вы делаете светящихся. Ну и еще, ребят, после обновления есть такой прикол, что если вы 5 светящихся питомцев объединяете в один, это прям самый мега топовый будет питомец и будет вам приносить очень хороший фарм. Ну что ж, вы видите, какая у меня коллекция огромная, уже 30 питомцев, и сейчас я буду покупать самые дорогие питомцы, которые есть. Это, ребята, 175 миллионов. Но перед этим давайте я куплю еще Lucky Egg. Мне очень повезло, кстати, потому что их убрали. Буквально я 3 штуки купил и сразу убрали их. Они вот такие вот весенние были, зелененькие, красивенькие. И стоили, в принципе, промежуточные между 22 миллионами. И 175, как раз 50 было очень удобно. Так, Lucky Cat, окей. И последний, кто мне попался. Вау, Rare Spring Unicorn. Короче, единорожек попался. В 3 вида мне разных попалось. Это очень интересно, что так совпало. И буквально через там час после того, как я их выбил, вышло обновление, после чего их убрали из игры. Такой забавный был момент. Ну что, у меня... Да, сколько даже? 85 600 монеток в секунду. Мне кажется, это очень круто. Но сейчас я вам хочу показать, что сделаю первый свой ребёв за 500 миллионов. И после этого у меня, видите, X2 мультиплеер стал. И теперь я буду в два раза больше монеток собирать. Жалко, что... После 30 у меня осталось только 4 питомца возможности поставить. И вы помните, у меня было 86 тысяч, сейчас я 4 поставлю. Так, давайте. Вот так вот. И у меня сразу же 60. Это с 4 питомцев. А если я 6 поставлю или там 10, то вообще будет за сотню, наверное. Да, кстати, ребята, мы же можем еще получать эксклюзивные подарочки. Если вы каждый день логинитесь, то вы можете еще получать за это подарки. Ну а сейчас я вам показываю, что я получил. Это супер питомец за 10 токенов, которые даются после того, как вы делаете ребёв. И, кстати, тут все рары, видите, даже нет обычных, все рарки. Рарки или супер крутые какие-то. Так, ну что, давайте тогда возьмем за 15 тысяч, это в два раза он умножит, будет 30 тысяч монеток, супер. Вот это мне нравится. Так, но мне явно надо докупить. Вот, сейчас я это сделаю. Отлично, наконец-то деньги насобирал. Теперь у меня будет 6 питомцев и, по идее, должно быть, да, 100 тысяч. Просто супер.
Окей, ребята, то есть второй этап — это вы просто теперь покупаете ребёфы, за счет этого мультиплеер увеличивается, и несмотря на то, что у вас будет мало, скажем так, слотов для ваших питомцев, вы будете очень много получать монеток каждый раз. За 675 я делаю еще один ребёв, сейчас мы посмотрим, что мне попадется в тире вот этом, в этом яйце. Итак, это вау, Damon Dragon. Очень круто выглядит. И 24 тысячи он мне будет приносить, если это еще умножить на 3. В общем, очень круто. Давайте посмотрим. 95 на старте прям. 140. 169. Вот такие вот дела, ребят. Ну что, я надеюсь, вам понравилась эта игра. Если вы еще не играли так же, как и я, вводите, пожалуйста, новый код, и вы очень быстро прокачаетесь в этой игре. Ну и самое главное, в этой игре очень прикольно то, что если вы выходите из игры, то когда вы вернетесь, то вам начисляют монеты за то, что вы отсутствовали даже в игре. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на канале RedCat. Всем пока.